Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Республике Башкортостан, в городе Уфа, на стадионе «Нефтяник», где сегодня пройдет матч 17-го тура, последнего тура первого круга «Милбет» первой лиги сезона 24-25. И в этом матче Уфа примет «КамАЗ». Погнали! Совершенно верно! Состав хозяев: голкипер номер первый Олег Баклов. В центре обороны пятый Денис Кутин. 45-й капитан команды Александр Теняев. 4-й Даниил Корнюшин. Между прочим, Баклов один из двух лучших голкиперов по количеству сейвов. Заброс какой получился, сквозной. Как-то проскочили все мимо мяча, который дробил рядышком. Хорош Карпов, который прочувствовал, что у него за спиной открывается соперник и что эту передачу требуется перекрывать. Направо. Агиян. Пасевич. 2-3 ситуация. Пасевич с левой. Подача опасна! Опасна! Все еще удар. 1-0! 1-0 Уфа! Артем Гуренко! Оказывается, Уфе для того, чтобы добраться до голевого шанса, требуется одно, максимум два проникновения в чужую штрафную. Блестящая подача справа от Романа Пасевича с идеальной закруткой. Артем Гуренко забивает свой третий гол в сезоне. Далее на Стародуба, который пытается просочиться сквозь Карпова. Неплохо. Подача в штрафной. Мечется мяч. Еще одна передача. Нужно забивать удар. Баклов! Баклов тащит, но еще не все в этой атаке. Еще пытаются уже на силу пробиться сквозь блоки челнинцы. И здесь Олег Баклов, который еще успевает победно кулаком потрясти в сторону трибун. Ох, какой сейф от Баклова! И какой провал одновременно с тем для обороны Уфы первой существенной за 52 минуты. Подталкиваемый ветром. Ух ты, какой удар! Посмотрите, получился! Тоже по ветру. Так, получилось неплохо вынести мяч через правый край. Нужно в контратаку нестись, и требуется подкрепление Пасевичу. Перевод налево, кстати, здравый. Ложкин, внимание, Ложкин, удар! Во-первых, Илья Купцов. Прежде всего, Илья Купцов. Спасение, не имеющее цены. Флангами соперники орудуют очень активно. Бочаров. Хорошая подача. Удары 2-0! Александр Теняев! Представляете, сколько воды сейчас из себя выжмут футболисты Уфы, которые собрались в этот круг отпраздновать гол. Александр Теняев с подачи Валерия Бочарова. 2-0. От Абдулаева, полагаю. Низко, но при этом на бреющем полете мяч нашел голову Перчонка. Попытки добивания. Мечется мяч. Внимание! Не будет удара. Вынос. Но не попал мяч в руку. Что сигнализирует, что фиксирует сейчас главный арбитр матча? Разобраться бы. Да, похоже, рука. Вот он заброс. Попадает мяч в голову. Попытка скидки. Вот здесь, кажется, мяч попал в руку Теняеву. 2-1! Борис Фортуна, первый гол в сезоне. Надежда КамАЗа увести очки из Уфы все еще жива. Не играл Фортуна более двух месяцев. Впервые на поле появился аж с пятого тура. И в очень непростой момент взял на себя ответственность, подошел к точке и пробил. Из-за замены показывают нам Эльдара Ахметзянова. Нет, накинул он буквально 10 секунд Яко Матвеева. Финальный свисток, дорогие друзья. Победа Уфы со счетом 2-1. На сим все, дорогие друзья. Для вас этот матч с удовольствием комментировал Сергей Курманов. Всем вам желаю сил, терпения, здоровья и удачи. До новых встреч на матчах лучшей лиги мира. Всем пока-пока.